Всем привет на канале Мосолимп. Сегодня в работе у нас спортфокус. Разобрали автомобиль, все обезжирили, помыли. Вот так выглядит у нас штатная шумоизоляция по данному классу. Голые арки, что по правой, что по левой стороне. Минимум виброизоляции в багажнике. Разобраны двери автомобиля. Ну, такая вот полоска вибро в дверях, в принципе, присутствует. Внизу двери ничего нет. Завибрено, но сами слышите. Да, двери звучат как барабаны. Явно этого всего не хватает. Штатной шумоизоляции, поэтому нужна дополнительная. Чем мы будем заниматься? Так, разобран у нас салон. Салон тоже по минимуму завибрено все и по максимуму шума автомобиля. Так все это у нас выглядит. Ребята, скину крышу, посмотрим. Так, вот что у нас по крыше: штатная шумоизоляция. В принципе, в каждой секции по прямоугольнику есть. Ну и на этом все. Никакой шумоизоляционного материала никакого на крыше нет. Все проклеим. Приступаем к работе.